лауреаты первой степени, конечно же. И лауреатом первой степени не скажу, кто становится, потому что, наши друзья, вам нужно сделать еще пару шагов назад. Нас, конечно, становится чуть-чуть поменьше на этой сцене. Но нужно еще чуть-чуть. Отлично, мы готовы продолжать наше награждение. Лауреаты первой степени Руденко Кристина, номинация «Вокал академический». Антонова Анастасия становится лауреатом первой степени. Лауреат первой степени Андреева Екатерина, номинация «Вокал академический». Ступакова Галина, номинация «Вокал академический», 13-15 лет, также становится лауреатом первой степени. Лауреат первой степени Савочкин Иван, номинация «Вокал эстрадный», 5-8 лет. Серик Алена также становится лауреатом первой степени. В номинации «Вокал эстрадный» 16-19 лет соло. Лауреат первой степени Пилипенко Арсений. Чащина Тамара. Чудакова Ксения. Лауреат первой степени Кульпеха Диана. Номинация «Вокал эстрадный». Климов Артем. Лауреат первой степени. Номинация «Вокал эстрадный» 13-15 лет. Николаев Себастьян, лауреат первой степени в номинации «Вокал эстрадный». Отлично, отличная поддержка. Лауреат первой степени Макаренко Любовь, номинация «Вокал эстрадный» 16-19 лет. Дипломом лауреата первой степени награждается Матвеева Нина, номинация «Вокал эстрадный». Тингаева Анна также становится лауреатом первой степени. Лауреат первой степени Малышева Оксана Владимировна, номинация «Вокал народный профессионал соло». Макарова Юлия также становится лауреатом первой степени. Хватулина Виктория, лауреат первой степени. Рожков Ростислав также становится лауреатом первой степени. Размолодина Ирина, лауреат первой степени. В номинации «Вокал эстрадный» 13-15 лет соло. Лауреат первой степени Брынцева Галя. Лауреат первой степени Сорокина Арина. Номинация «Вокал джаз». Лауреат первой степени Киченко Татьяна. Номинация «Вокал эстрадный». В номинации «Вокал эстрадный» лауреатом первой степени становится Кузин Данил. Лауреат первой степени Краснова Ангелина, номинация «Вокал эстрадный». Солодовникова София, лауреат первой степени. Лауреатами первой степени становится Шелепова Екатерина, Дубовского Арсений, номинация «Вокал эстрадный» 5-8 лет. Трио «Парное молоко», а именно Геранькина Виктория, Лопина Александра, Матвеева Екатерина, становятся лауреатами первой степени в номинации «Вокал академический». В номинации «Вокал эстрадный» трио «Фиеста» становятся лауреатами первой степени, а именно Мельченко Анастасия, Поликанова Юлия и Серик Алена. Лауреаты первой степени ансамбль «Камертончик» становятся лауреатами первой степени в номинации «Вокал академический». В номинации «Вокал эстрадный» 5-8 лет. Лауреаты первой степени ансамбль «Ассортим». Лауреат первой степени. Вот тут, если я не ошибаюсь, я вычислила тех, кто аплодирует. Это будут, по-моему, они. Номинация «Вокал эстрадный» смешанная группа ансамбля «Молодые голоса». Я не ошибаюсь? Отлично! Значит, я правильно вычислила. Лауреаты первой степени. Молодые голоса, забирайте ваш диплом. Образцовый коллектив вокально-хореографическая студия X+ также становится лауреатами первой степени. Лауреаты первой степени. Вокальная группа «Радуга». Номинация «Вокал эстрады». Образцовый коллектив «Детский народный вокальный ансамбль «Разгуляй» в номинации «Вокал народный» становятся лауреатами первой степени. Это наши участники гала-концерта. Вы еще увидите их на этой сцене. Ваши аплодисменты, ребята! Лауреаты первой степени. Вокальная группа «Талисман». Жаданов Владимир, Потусина Елизавета, Макарова Ксения, Чернобай Дарья. Номинация «Вокал эстрадный».
ваши аплодисменты, дорогие друзья, нашим дипломатам, нашим лауреатам. Друзья, сами себе поаплодируйте, конечно же. Аплодисменты, аплодисменты, и нужно сделать еще пару шагов назад. Почему? Потому что у нас для вас остались еще награды. Как вы думаете, что это такое? Не слышу. И я все еще не слышу. Давайте всем залом. Гран-при, конечно же, это гран-при. У меня здесь передо мной лежит несколько дипломов. Может быть, это один диплом, может быть, нет. Гран-призеров этого фестиваля. Но сейчас мы посмотрим, кто же именно взял главную награду этого конкурса в Оренбурге. Итак, готовы узнать? Вяленько, вяленько, готовы узнать? Интересно? Отлично! Итак, так, тут у нас вопрос возник. Нет, не возник. Сюда пойдешь? Давай, проходи сюда. Будем слушать, кто же у нас стал гран-призером. Гран-при в номинации. Вокал академический награждается переплетчиком Александр. Ваши аплодисменты Александру. Мы тебя поздравляем. Твой красивый кубок твой. Пожалуйста, вставай. В центре этой сцены Александр, не уходи. Эти аплодисменты, дорогие друзья, звучат именно для тебя. Ты большой-большой молодец. Мы тебя поздравляем. К тебе присоединяется гран-призер номинации «Вокал эстрадный». 9-12 лет соло. А именно, участница нашего гала-концерта Захарчева Дарья. Ваши аплодисменты, дорогие друзья. Дашенька, ты получаешь замечательный кубок. Диплом гран-призера. Ты рада? Даш, ты рада? Замечательно. Все, вставай, пожалуйста, присоединяйся к другому гран-призеру. И прямо к вам бежит гран-призер номинации «Вокал народный» 16-19 лет соло. Ситина Анастасия. Ваши аплодисменты. Настя, мы тебя поздравляем. Пожалуйста, ваш кубок. Диплом гран-призера. И к вам бежит дуэт. Двое человек. Номинация «Вокал эстрадный» 9-12 лет. Гран-призеры Семенова Анна, Скуридинина. Скуридина Вера. Номинация «Вокал эстрадный». Ваши аплодисменты. Большие друзья. Большие молодцы, друзья. Пожалуйста, получайте ваш диплом. Вставайте сюда, в центр этой сцены. За них получайте. Ну ничего, это время покрасоваться с прекрасным кубочком на сцене. Ага. И... ваши аплодисменты, друзья, это наши дипломаты, лауреаты и гран-призеры номинации «Вокал», академический вокал, народный вокал, эстрадный. Наши уважаемые гран-призеры, пожалуйста, сделайте несколько шагов назад, ведь мы освобождаем эту аллею славы для тех, без кого бы не состоялось этих побед. Это, конечно же, наши любимые руководители, педагоги, хореографы. Вы, если ваших руководителей нет здесь сегодня с нами в зале, обязательно получайте за них диплом и передайте им эту награду и наши поздравления. Итак, дипломом лучшего руководителя награждается Семенова Ирина Владимировна, лучший концертмейстер Леонченко Светлана Борисовна, лучший руководитель Черногуз Наталья Васильевна. Лучшим концертмейстером становится Мячина Юлия Николаевна. Лучший концертмейстер Лаврухина Елена Юрьевна. Лучший руководитель Половинкина Наталья Владимировна. Лучшим концертмейстером становится Ларионова Надежда Вячеславовна. Лучший руководитель Богданова Виктория Юрьевна. Лучший руководитель Коваленко Таисия Александровна. Лучшим концертмейстером становится Панов Дмитрий Ильич. Лучший концертмейстер Ларионова Надежда Вячеславовна. Лучший руководитель Богданова Виктория Юрьевна. Дипломом лучшего концертмейстера награждается Рабкин М.Е. Лучший руководитель Леонтьева Виталия Викторовна. Лучшим музыкальным руководителем становится Ольхова Ольга Константиновна. Лучший педагог по вокалу Курилова Раиса Федоровна. Лучшим руководителем становится Тушева Ольга Евгеньевна. Лучшим концертмейстером становится Васильева Марина Борисовна. Лучший руководитель Войтиковская Светлана Рахматулаевна.
Лучший руководитель — Горбунова Вера Ивановна. Лучший руководитель — Горбатых Ольга Николаевна. Дипломом лучшего руководителя награждается Гамозова Наталья Кимовна. Лучший аранжировщик — Павлов Михаил Владимирович. Лучший мастер по костюмам — Громова Ольга Алексеевна. Лучший хореограф — Харламова Екатерина Викторовна. Лучшим педагогом по актерскому мастерству становится Зырянова Кристина Андреевна. Лучший педагог по вокалу — Логинова Инна Сергеевна. Лучший руководитель — Савельева Светлана Викторовна. Лучшим руководителем становится Голованова Татьяна Степановна. Лучший руководитель — Авдеев Андрей Николаевич. Лучший руководитель — Солдатенко Оксана Владимировна. Лучшим концертмейстером становится Авдеева Ксения Андреевна. Лучший концертмейстер — Рассказова Татьяна Иосифова. Лучший руководитель — Скорлупова Ирина Владимировна. Лучший руководитель — Малышева Оксана Владимировна. Лучшим руководителем становится Ушакова Ольга Борисовна. Лучший руководитель — Жулидова Светлана Ивановна. Лучший руководитель — Беспоместная Зульфия Зинуровна. Лучший концертмейстер — Ермолаева Татьяна Владимировна. Лучший руководитель — Картавцева Виктория Радиковна. Лучшим руководителем становится Рябова Наталья Вячеславовна. Лучший концертмейстер — Куршин Николай Георгиевич. Лучший руководитель — Костылева Светлана Петровна. Лучшим руководителем становится Малышева Оксана Владимировна. Лучший руководитель — Чеклова Галина Васильевна. Лучшим концертмейстером становится Нечаева Ирина Александровна. Ваши аплодисменты, дорогие друзья! Все участники, которые участвовали в номинациях «Вокал академический», «Вокал эстрадный», «Вокал народный», получили свои заветные награды. Друзья, мы вас с этим поздравляем. Пожалуйста, можете проходить обратно в зрительный зал или возвращаться через кулисы, а мы с удовольствием продолжим наш гала-концерт. Ведь еще не к каждому пришла его заветная награда.